Вот эта техника сейчас нас не снимает, это секретная. Итак, все то же самое, как мы делали с вами на двух последних тренировках. Тоже схватил его отворот, да? Бум. Я хочу его дернуть на себя. Вот сюда, как вы знаете, бум. Но силы мне не хватает. Он мне дергает руку назад. Я дернул, он назад. Да. Я сейчас буду пользоваться этим движением и зафигачу. Все точно так же, как на прошлом движении, которое мы делали. Все все уже не получилось, да? То есть я дернул, он назад. Я оп. Я дернул, он назад. Я оп. Еще раз. Дергаем себя. Вася дергает себя. И, соответственно, отсюда мы можем выходить на наш любимый рычаг ворот. Вот сюда бедро и ломаем рычаг ворот. К черту контроль. Рычаг ворот. Можно вопрос? Да. А на синих это работает? Да, почему нет? Саш, вот. Значит, то есть суть только одна дама, когда видите, да, что маленький, не маленький смысл. Я дергаю и убираю. То есть дернул, Саш. Все. Я выигрываю и свой любимый рычаг волос. А это даже на топово работает, да, Саш? Все, можете? Вот, допустим, вот варик со стойки, да? То есть то, что я обычно люблю делать на соревнованиях, смешно сейчас, да? Окей, я делаю акцент на себя, и вот как в color brandy, оп! Сейчас я слишком много энергии выпустил, наверное, цифру. Встань, пожалуйста. То есть, дернул, он дает сопротивление, да? Все, поняли, да? Вопрос есть? Раз, два. Делай. Итак, продолжаем. Значит, сейчас вот это занятие по уличной самообороне. По поводу пощечины вопрос был, да? Обратите внимание, что пощечина бьет ему ладонью. Нет. А вот такой собранной лодочкой, как ложкой. Алюминиевой ложкой. Как знаете, паломником, чтобы вам по щам. Придите домой, попросите жену паломником по щам. Вот, сложили ложечкой, и вот так вот, бум, прям ложка. Вот сейчас каждый сделайте по 10 раз одной рукой, и по 10 раз другой рукой. Вот, давайте. Раз, два, три. Раз, два. Работаем. Настя, иди сюда. Все, разводимся по парам, отрабатываем в полном сопротивлении. На ухе. Надеюсь, никто не снимает. Я напоминаю, на тренировке у нас снимать нельзя. Артем понял, да? В следующий раз телефон выключаю. Потому что эти смертельные техники отрезания корпуса. Одной рукой можно отрезать, но у меня не настолько сильные руки, поэтому я двумя. Называется садовый ножниц. Вот. Окей. Рад был всех сегодня видеть. Спасибо. Да вот, Василий Иванович мне говорит. Как раз черт, помню.
Ну что, парни, как устрой? Как тренировка? Нет, тренировка супер, бросок огонь. Только вот меня на тех, кто полегче, получается его сделать. А вот, например, на Мишу уже не получается. Ну а что ты хотел за 500 рублей? Да. Так далеко расселись, прямо сейчас. Вот там вот сзади, Леша. Сзади поплотнее, да, чтобы там как будто у меня полный зал народа. Настоящий джиу-джитсу уличный. Да. Джиу-джитсу. Единственное, что жалко, что пасть боджи-фикс у тебя во всю спину, но... Я могу снять, у меня там грани фэмили, да? Окей, поржали, строимся. Джиу-джитсу.